Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете iGet Smart L203 очистить историю поиска на примере браузера Google Chrome. Заходим в Google. Давайте что-нибудь впишем в Google. Потом нажмем, например, сюда. Теперь нажимаем настройки. История. Можем удалить вкладку, нажав на крестик. Вот так. Либо же нажимаем Clear Browsing Data. Далее нажимаем. Выбираем, точнее, что будет очищена история. Файлы куки и данные сайтов. Либо же файлы изображения, хранящиеся в кэше. И выбираем временной диапазон. Последний час, 24 часа, 7 дней, 4 недели, либо же за все время. И нажимаем очистить историю. Вот и все, история теперь наша чиста. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!